Здравствуйте! В эфире программа «Экстренный выезд», в студии Ильхам Нигматуллин. Сегодня мы расскажем вам о самых заметных происшествиях в Обнинске и ближайших городах за прошедшие 7 дней. Убил за 3 неверных слова. Он говорит, я вас сдам. Убийца и сам не понял, чего испугался. Я даже по руке мерил лезвие. В Обнинске ищут человека, который в драке один на один зарезал своего оппонента. И распродажа цыганских айфонов в Обнинске. Вот эти стоят вот по 800. Вот эти вот 600 рублей. Контрафактный товар в Наукограде пользуется большим спросом, а вот его качество вызывает опасения даже у продавцов. Ну, они хорошо работают? Ну, сколько? Вот некоторые служат нормально, некоторые вот... Смотрите через несколько секунд только в нашей программе на телеканале Обнинск ТВ. И теперь подробнее. Сотрудники Обнинского отдела Следственного комитета России, а также представители городдела полиции раскрыли тяжкое преступление по горячим следам. Напомним, несколько недель назад в одной из квартир этого дома на улице Комарова было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Хозяина жилища зарезали в ходе бытовой ссоры. Оперативникам удалось напасть на след преступника, им оказался молодой житель Обнинска. Убийца объяснил, что ему просто не понравилась фраза, которую бросил в его сторону гостеприимный обнинец. Я не знаю, с чего, он говорит, я вас сдам. Вот. Я принес воды, то есть на кухню пришел, принес воды. Взял нож и ударил его 3 раза. Он после вот этого удара просто вот упал вот сюда вот. Подобно хладнокровному мяснику, убийца 3 ударил своего оппонента ножом в грудь, а после чего бросил старика умирать в одиночестве. Тело пенсионера обнаружили только на следующее утро. Несмотря на чистосердечное признание за совершение тяжкого преступления, задержанному грозит тюремный срок. На прошлой неделе в одной из обнинских многоэтажек произошла квартирная кража. Воры проникли в жилище через дверь, мастерски подобрав к замку отмычки. Я стала смотреть, денег нет. Полицейские внесли в список пропавшего небольшую сумму наличных денег и домашний сейф, в котором ценности отсутствовали. Удивило потерпевших следующее. Преступников не заинтересовали ни дорогой фотоаппарат, ни оргтехника, ни золотые украшения. Вывод из этой истории можно сделать двоякий. Либо домушники сейчас пошли разборчивые, либо кто-то их вспугнул, из-за чего основная часть ценного осталась на месте. Утро минувшей пятницы в нашей телехронике начинается на 115-м километре Киевской трассы. Водители 2 попутных иномарок не поделили просторную трассу. В результате столкновения Toyota въехала в отбойник, а Honda ушла на обочину. К счастью, обошлось без пострадавших. В 8:30 утра местом происшествия стал Пионерский проезд. Здесь метр асфальта не поделили владельцы Nissan и Chevrolet, чей маневр привел к аварийной остановке, сейчас выясняют полицейские. А вот такие последствия имела встреча 2 автомобилей на Киевской трассе. ДТП случилось на 105-м километре федеральной автодороги в пятничный полдень. Водитель «Ситроэна» решил свернуть с главной дороги на второстепенную, чего не ожидал от него владелец встречной «Нивы». Через полчаса обнинские полицейские выехали на дорожное происшествие, случившееся по вине пьяного автомобилиста. Водитель вот этого «Форда» протаранил иномарку, водитель которой пропускал пешеходов. Как выяснилось, нарушил автомобилист далеко не один пункт ПДД. После проведения медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина сел за руль под градусом. В следующем случае виновник ДТП отказался дуть в трубочку, чем косвенно подтвердил подозрения полицейских. А выяснилось это случайно. Водитель черного Рено пытался припарковаться возле магазина и столкнулся с припаркованным рядом автомобилем. В 4 часа дня сотрудники ГИБДД получили сигнал о помощи от человека, попавшего в беду в районе села Спас-Загорье. Владелец внедорожника не вписался в поворот и вместе с машиной покинул пределы дороги. Очнулся мужчина в глубоком кювете, откуда и вызвал подмогу. По предварительным данным, участник ДТП не получил серьезных повреждений. Тем же вечером дорожное происшествие случилось на улице Северной. Здесь легковая иномарка протаранила фургон, остановившийся перед самым выездом на главную дорогу. Хроника дорожных происшествий прошлой пятницы завершилась на аварии, случившейся в районе Добринского поста МЧС. На перекрестке с круговым движением не смогли разъехаться владельцы 2 легковых автомобилей.
Субботнее утро не задалось для двух малоярославецких автомобилистов. Их пути пересеклись на одном из городских перекрестков, там, где сходятся улицы Григория Соколова и Калужская. Автомобиль УАЗ ехал по главной с включенным сигналом поворота. Именно эта деталь смутила владельца «семерки». Думая, что соседний автомобиль сейчас уйдет на второстепенную дорогу, мужчина продолжил движение. А вот водитель УАЗа поворачивать, видимо, передумал. Тем же утром в Малоярославце случилось еще одно ДТП. В районе улицы Московской водитель иномарки Hyundai, выезжая на главную дорогу, не заметил помеху в виде автомобиля Subaru. В полдень местом происшествия стала уже Обнинская дорога. В районе дома номер 4 по улице Белкинская учебный автомобиль столкнулся с КамАЗом. К счастью, все участники происшествия остались невредимы. Через пару часов за помощью к полицейским обратился водитель грузовика, не сумевший преодолеть преграду в виде тоннеля под железной дорогой. Высокий автомобиль просто не поместился в тоннеле. В результате и автомобиль, и предупреждающий знак, в который пришелся удар, получили повреждения. В 4 часа дня об аварии сообщили с проспекта Маркса. Из-за несоблюдения дистанции одним из водителей здесь столкнулись две иномарки. По тем же причинам в этот вечер столкнулись еще две машины. Происшествие стал участок улицы Красных Зорь. А вот владелец этих «Жигулей» понес убытки, не выезжая из родного двора. Накануне он оставил свою машину под окнами, а уже утром обнаружил на автомобиле следы взлома. Двери оказались сломаны, но из салона ничего не пропало. В эту же субботу о краже заявили и сотрудники одного из крупных обнинских торговых центров. Пока продавец отлучился со своего рабочего места, в этот салон зашел очень внимательный клиент. Он заметил на столе ноутбук и решил присвоить себе то, что, по его мнению, плохо лежало. Благодаря съемкам камер видеонаблюдения полицейские уже составили фоторобот преступника. Мужчина объявлен в розыск. 17 октября в Обнинске были задержаны двое людей, подозреваемых в хранении и употреблении наркотиков. В первом случае в руки стражи порядка попал мужчина, который, как боевая лошадь, спал возле здания городского вокзала. При обыске у него был обнаружен пакетик со спайсом. 28-летний москвич утверждал, что эту незаконную посылку его попросил забрать друг. А этот житель Белоусова был задержан в подъезде одного из обнинских жилых домов. Сонный парень вызвал подозрения у жильцов. И, как выяснилось, не случайно в кармане у парня сотрудники МВД нашли все тот же самый спайс. Нашел я на улице. Вот так вот? В мусорке. В мусорке или на улице? В мусорке. Позже молодой человек признался, что приобрел наркотик дистанционным путем. Судьба обоих задержанных зависит от результатов полицейского расследования. В ночь на воскресенье в Обнинске было совершено убийство. Местом происшествия стал один из жилых дворов в районе улицы Победы. Именно здесь произошла случайная встреча двух компаний, возвращавшихся домой из увеселительных заведений. После пары брошенных фраз между молодыми людьми завязалась драка. Трое против двоих. Преимущество в конфликте оказалось на стороне более многочисленной компании. Один из побитых ими мужчин предложил поединок. Молодые люди отошли в сторону и стали драться. Как проходила борьба, друзья конфликтующих не видели. Подойдя к месту схватки через некоторое время, они обнаружили труп одного из мужчин. 25-летний уроженец Армении погиб на месте от ножевого ранения в сердце. Убийца скрылся вместе с орудием преступления. Полицейские сейчас устанавливают его личность. Уже известно, что молодой человек проживает в Москве, а в Наукограде оказался по случаю дня рождения своего друга. Показания по уголовному делу дают другие участники уличной перепалки. Один из них подтвердил факт наличия у сбежавшего дуэлянта холодного оружия. Я, подтверждаю, что был, потому что он меня даже по руке мерял лезвием. А что, за нож в руке духа или что-то? Не. Просто обычный? Обычный такой, походки. В минувшее воскресенье в одном из кабинетов Обнинского отдела полиции была организована ярмарка продажи цифровой техники. Молодые цыганки, которых стражи порядка привезли в отдел для оформления факта незаконной торговли, не стесняясь камеры, продолжали предлагать окружающим контрафактный товар. Вот эти стоят, мы их брали по 800. Угу. Вот эти 600 рублей. Они хорошо работают? Нормально работает, ничего, нормально люди берут же, пользуются.
Купила за 800, а продает за 1200. На деле за такие мобильники и планшеты цыганки просили гораздо больше. А вот качество аппаратов они могли подтвердить только словами. Сколько они, примерно, могут послужить эти телефоны? Ну сколько? Вот некоторые служат нормально. Некоторые. Как ни странно, такой товар в Обнинске пользуется спросом. Подделки мобильных устройств ведущих мировых производителей активно приобретают гастарбайтеры. О том, что такие сделки незаконные, продавщицы знают, но в свою защиту приводят железный аргумент. Ну, детей полно у нас, надо их продавать. Поскольку у вас детей? Детей как-то кормить надо. Поскольку детей-то у вас? По 10, по 8. Но перед законом все равны, в том числе и матери-героине. О дальнейшей судьбе двух сбытчиц контрафакта станет известно после детальной проверки, которую проводят сотрудники МВД. Тем временем другой житель Обнинска подозревается в подделке документов, удостоверяющих личность. Уголовное преступление случайно раскрыли местные сотрудники ДПС. Они решили проверить водителя подозрительного автомобиля. В результате рядовой процедуры у хозяина машины, гражданина Абхазии, были изъяты фальшивые водительские права и паспорт. Документы походили на подделки ребенка, занимающегося в кружке «Очумелые ручки». Кто истинный автор фальшивок, выясняют полицейские. В отдел для подробных разъяснений в этот воскресный вечер доставили и обнинчанку, у которой с документами как раз все в порядке. Женщина в возрасте попалась на попытке кражи продуктов из магазина. По крайней мере, так об этом случае говорят сами сотрудники супермаркета. На кассе покупательница оплатила лишь часть товара. Неучтенные колбасу и мандарины у задержанной отобрали охранники. В хронике дорожных происшествий 19 октября, увы, не обошлось без аварий с пострадавшими. В 8 вечера на 105-м километре Киевской трассы в беду попал водитель отечественной «девятки». Как пояснил пожилой мужчина, его автомобиль потерял управление после того, как он попытался уступить дорогу иномарке, ехавшей сзади. В итоге «Жигули» не просто покинули пределы проезжей части, но и врезались в фонарный столб. Мужчина получил травму головы, но в состояние шока его ввело не это. Пострадавший стал свидетелем того, как с приличной высоты рядом с ним просвистел внушительных размеров плафон. К счастью, упал этот снаряд не на машину, а рядом с ней. Тем же вечером резонансное дорожное происшествие случилось и в соседнем Балабанове. На 14-м километре дороги А108 сбили пешехода. 62-летний мужчина был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Дорогу он попытался перейти вне зоны действия пешеходного перехода, но более тяжкая вина в этом случае лежит на автомобилисте. Виновник происшествия скрылся с места аварии, оставив свою жертву умирать на асфальте. По предварительным данным, жизни пострадавшего пешехода сейчас ничто не угрожает. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, и вот что вы увидите сразу после нее. Грабеж средь бела дня. Просто как-то получилось так, что и она упала, и я упал. Два брата попытались обокрасть прохожую. Девушку спас мужчина, пожелавший остаться неизвестным. Я вообще был против как бы этого. Я ему сразу сказал, не надо. Разбой в обнинской сауне. Мужчинам не понравился сервис. За возвратом денег они вернулись с пневматическим ружьем. Новое дорожное ЧП с участием подростка. Мальчик сам говорил, я говорю, сам выскочил. Ребенок выжил, но проблема детского травматизма осталась. А также охотники за решетками рискуют сами попасть за решетку. В Обнинске раскрыто дело о серии краш-люков, закрывавших канализационные колодцы. Десятки решеток преступники сдавали в утиль в соседнем Балабанове. Реклама пройдет быстро, оставайтесь с нами. И мы продолжаем. В предыдущих выпусках мы уже рассказывали о том, что за последние 2 недели на многих обнинских улицах было зарегистрировано множество случаев краж решеток, закрывающих колодцы системы ливневой канализации. Одними из последних были зарегистрированы случаи пропаж на улицах Королева и Красных Зорь. Тем временем, в минувшие выходные были задержаны 2 предполагаемых преступников. Один из них совмещал воровскую деятельность с работой в Обнинской службе такси. В багажнике его служебной машины неожиданно нашлась одна из пропавших решеток. Он в багажнике лежал, я сам его там случайно обнаружил.
Задержанный свою вину отрицает, а вот его напарник уже во всем сознался и даже показал следователям, где и сколько решеток взял и куда отвез. А брали только те, которые свободно закреплены или да, как? Да. То есть поэтому выборочно, не всех подряд. И сколько примерно, по сколько штук в день? Бывало и 7 штук в день. Расследование этого громкого дела продолжается. Местные коммунальщики и представители органов внутренних дел продолжают подсчитывать ущерб. 20 октября. В первый снежный день в Обнинске было зарегистрировано непривычно малое количество ДТП. Не исключено, что те автовладельцы, которые не успели, что называется, переобуться, при таких погодных условиях решили просто не выезжать на городские дороги. Тем не менее, сказать, что этот понедельник прошел без аварий вовсе, увы, нельзя. В хронику ДТП, к примеру, попало утреннее происшествие на улице Пирогова. На территории одной из организаций грузовик столкнулся с легковой иномаркой. Выпавший снег здесь был ни при чем. Шофер МАЗа, сдавая назад, просто не заметил припаркованный рядом автомобиль. Вчера днем в Обнинске был зарегистрирован уличный грабеж. В обеденный час пик на многолюдном проспекте Ленина двое мужчин напали на молодую девушку. Они повалили ее на землю и попытались отобрать ценные вещи. Особенного ничего не делал. Ну, а не особенного что сделал? Я увидел просто то, что девушка идет. Так. И на нее кинулся парень. Решил помочь. Кому, девушке или парню? Девушке. Просто как-то получилось так, что и она упала, и я упал. В интерпретацию одного из задержанных братьев-грабителей момент совершения преступления выглядел именно так. Правда, об одном мужчине упорно молчат. На месте спасителей были не они, а случайный прохожий. Пожелавший остаться неизвестным, он не только остановил преступление, но и задержал одного из нападавших. Второго в отдел полиции доставил прибывший на место наряд. Преступному семейству теперь грозят тюремные сроки. Тем же вечером обнинские полицейские разбирались в другой истории о нападении. Местом преступления стала квартира в одном из домов, расположенных на улице Мира. Двое мужчин пригласили в гости даму. Роковая красотка, по всей видимости, и стала косвенной причиной разгоревшегося здесь конфликта. Мужчины стали драться, у одного из них оказался нож. Пострадавший в драке человек был доставлен в больницу с проникающим ранением брюшной полости, а победитель в этом поединке теперь рискует оказаться проигравшим в зале суда. Лишился прав, а после и презентабельного вида собственного автомобиля. На днях в полицию обратился владелец вот этой шестерки. Еще 1,5 года назад автомобилиста лишили водительских прав. Продавать машину после этого он не стал, что явно было ошибкой. Оставленная без присмотра, машина быстро привлекла к себе внимание хулиганов. Неизвестные разбили фару и вывели на капоте автомобиля оскорбительное слово. Пока остается загадкой, почему именно это определение они дали бесправному водителю шестерки. Полицейские не исключают того, что хулиганский поступок – дело рук людей, знающих потерпевшего лично. Обнинский ломбард, фигурировавший в криминальной хронике в прошлом месяце, снова подвергся нападению преступников. Но если в прошлый раз в помещении на улице Лейпунского произошло ограбление, то в этом случае злоумышленники решили обокрасть ломбард по-тихому. Правда, сделать это ворам не удалось. Из-за сработавшей сигнализации им пришлось срочно покинуть место преступления. Похожий случай в эту ночь регистрировали и на улице Гагарина. Ночные воры успели разрезать оконные решетки и вскрыть стеклопакеты, но приезд охранников расстроил их планы. Из помещения магазина ничего не пропало. В минувший вторник в Обнинске произошло дорожное происшествие, в котором пострадал ребенок. 12-летний мальчик переходил проспект Ленина по зебре. Соблюдение правил, увы, не уберегло его от опасности. Подросток оказался под колесами легковой иномарки, ехавшей в правом ряду. Как утверждает пассажир автомобиля, пешеход буквально выпрыгнул из-за машины, ехавшей слева от них. Он выскочил резко из-за проходящей слева машины, которая вообще, мы вот так вот, и она слева. И он выскочил из-за нее, он думал, успеет, а мы его повезли. Мальчик сам говорил, я, говорит, сам выскочил. Сотрудники ГИБДД пока не спешат с официальными заявлениями. Дело о дорожной аварии с участием ребенка полицейские уже взяли под особый контроль. По данному факту будет возбуждено административное расследование, по результатам которых будет принято решение.
Среди других дорожных происшествий минувшего вторника – ДТП, случившееся в 3 часа дня на улице Цветкова. Водитель «Хонда», отъезжая с территории парковки, не заметил автомобиль, двигавшийся по главной дороге. В 6 вечера полицейские получили сигнал о помощи с Киевской трассы. Здесь столкновение произошло из-за невнимательности владельца автомобиля «Ауди». Двигаясь задним ходом, он не заметил машину, выезжавшую на трассу со второстепенной дороги. В ночь на среду в одном из развлекательных заведений, расположенных на Киевском шоссе, произошло разбойное нападение. Два нетрезвых клиента оказались неудовлетворены отдыхом в сауне. Мужчины выставили сотруднику заведения внушительный счет за причинение морального ущерба. Когда представитель заведения отказался платить, мужчины ушли, но через некоторое время вернулись. В руках у одного из них было ружье. Позже оба любителя активного отдыха эти факты отрицали, противоречат друг другу. Я не применял ружье. Я вообще был против как бы этого. Я ему сразу сказал, не надо. Вот. Но он все равно изначально что требовал, и потом пошел опять требовать деньги. То, что ему плохо обслужили эти девочки легкого поведения. Ну, а деньги, говорит, кто-то требовал. Кто требовал? Я не знаю, кто требовал, я не требовал точно. То есть вы с другом ничего не требовали, ничего вам не надо было? Я не слышал. А с ружьем зачем туда приехали? Да не было у меня ружья, второй раз же отвечаю. Благодаря оперативной работе сразу 6 полицейских нарядов полиции разбойников удалось задержать без кровопролития. Ружье оказалось пневматическим, а его владельцы ранее судимыми. По факту вооруженного нападения полицейские начали проверку. В среду в Обнинске были зарегистрированы 3 кражи. О первом происшествии стражам порядка сообщил глава семейства, в котором начали пропадать ценные вещи. Мужчина утверждал, что пропажа фотоаппарата – дело рук пасынка. Полицейским предстоит проверить эту версию. О фактах пропажи в этот день сообщили сотрудники 2 торговых центров, расположенных на проспекте Маркса и улице Железнодорожной. В первом случае своей сумки лишилась продавец дисков. Наведались воры и в салон сотовой связи, расположенный на другом конце города. В этом павильоне пропавшим числился мобильный телефон. Сотрудники полиции сейчас изучают съемки камер видеонаблюдения, установленных в торговом центре. Уже известно, что подозреваемый в совершении кражи попал в объективы сразу нескольких устройств. Четверг, 23 октября. Этот день начался с неприятностей для 2 обнинских автомобилистов. Их пути пересеклись в жилом дворе на улице Заводской. Пока водитель Рено корректировал радиус разворота, опасность подкралась сзади. Мимо отпарковавшегося автомобиля проезжала «Хонда», в которую и пришелся удар. Около 3 часов дня в Обнинске случилось новое дорожное ЧП с участием пешехода. На улице Белкинской под колеса автомобиля попал 77-летняя женщина. По данным ГИБДД, пенсионерка переходила дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. В результате удара она получила травмы и была отправлена в больницу для полного обследования. За рулем иномарки, сбившей пешехода, находилась беременная женщина. К счастью, автоледи отделалась лишь испугом. В ситуации предстоит разобраться госавтоинспектором. В 5 часу дня ДТП произошло на улице Курчатова. По предварительной версии, за несколько секунд до удара водитель «Хонды» решил выехать на главную дорогу прямо перед «Ладой Калиной», двигавшейся по прямой. Друг друга автомобилисты не увидели из-за того, что справа от «Калины» в этот момент двигался еще один автомобиль. Вечер четверга в ожидании экипажа ДПС провели еще 2 обнинских автовладельца. В темном дворе один из них при движении задним ходом не заметил соседа. Хроника дорожных происшествий этих суток завершилась аварией на Киевском шоссе. В районе съезда с трассы в сторону города Балабаново столкнулись 2 отечественных автомобиля. По данным, полученным на месте происшествия, водитель «Нивы» попытался выехать на главную дорогу в тот момент, когда перекресток на зеленый свет светофора пересекали «Жигули» 11-й модели. Никто из участников ДТП не пострадал. Екатерина Замахина, Алексей Гавшин, Обнинск ТВ. С вами был Ильхам Нигматуллин и программа «Экстренный выезд». Берегите себя и не забывайте заходить на сайт телеканала. Видеоверсия этого и других проектов находится по адресу www.obninsktv.ru. А самые интересные и шокирующие видео, снятые вами, вы можете присылать на нашу электронную почту. Спонсор нашей программы – охранное предприятие «СГС Групп». Увидимся в эфире. До встречи и всем хорошего.